Во-первых, поздравляю всех с победой. Очень важная победа. Очень важно было начать с победы. Взяли 3 очка. В принципе, первый и второй период сыграли здорово. Не давали сопернику ничего сделать. Забили 5 мячей, если я не ошибаюсь. Я просто счастлив этим 3 очкам. И хочу поздравить еще раз всю команду, всех болельщиков, всех людей, которые смотрят сейчас у экранов телевизоров, миллионы людей. Вот, мы играем для вас.